Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Pro NFT Games, и пока любители футбола готовятся к предстоящему чемпионату мира, команда Mobox не теряет время. И буквально сегодня они анонсировали конкурс, как раз-таки приуроченный к долгожданному событию в мире футбола. Конкурс этот так и называется – Momo Cup 2022. И призы в нем будут разыграны общей стоимостью в 100 тысяч долларов США. В общем, как принять участие и что нужно делать, чтобы получить максимальные шансы выиграть приз, я и расскажу в этом видео. Поэтому не забывайте поставить лайк авансом, а я начинаю. Чтобы принять участие в этом конкурсе, нам нужно первое в нем зарегистрироваться. Для этого переходим по ссылочке, которая будет обязательно в описании, попадаем вот на такую страничку и подключаем свой кошелек. Вот здесь у вас появится кнопочка «Подключить кошелек». Я его уже подключил, поэтому у меня ее нет. Только здесь очень важно, подключайте свой кошелек, который вы используете во всех играх Mobox. То есть ваш Binance кошелек, который вы используете в Mobox. Если у вас его нет и вы не зарегистрированы вообще в Mobox никак, то вам нужно сначала создать кошелек или взять свой существующий кошелек MetaMask и с этим кошельком сначала зарегистрироваться в Mobox, потом уже перейти по этой ссылочке и дальше продолжить подключение своего кошелька. Вот, поэтому используйте именно этот кошелек, и ваш кошелек еще должен быть подключен сразу к CoinMarketCap. Если вы этого не сделали, сделать это очень просто. Сейчас покажу как. Заходите на CoinMarketCap, здесь жмете портфолио, вот сюда вот жмете портфолио. Вот, дальше попадаете вот сюда, жмете кнопочку «Редактировать», спускаетесь вниз, и вот здесь вот, где кошелек, нажимаете кнопочку «Подключить», и MetaMask автоматически подключаете кошелек, и все. В принципе, вот этот тот же самый кошелек нужно использовать и в Mobox, и в CoinMarketCap, и, соответственно, в этом ивенте. Дальше, после того, как вы зарегистрировались, нужно что? В чем суть, собственно говоря? Выполняя задания, довольно-таки простые задания, вам будут начислять вот такие вот футбольные мячи. Так, футбол их называют, да, вот эти футбольные мячи, которые вы можете обменять по курсу 100 футбольных мячей на один вот такой World Cup Mobile. Этот World Cup Mobile и будет вашим, скажем так, лотерейным билетом для розыгрыша, собственно говоря, вот этих всех призов. Про призы можно почитать и узнать более подробно на страничке самого ивента. Ссылочку я тоже обычно оставлю. Вот здесь вот все подробно написано, да, какие призы. Сейчас я вот, вот они, собственно говоря, призы. Эти мобалы, футболы. 1000 этих будут разыгрывать коробок, да, из которых вам может выпасть и эпический момо, который сейчас на рынке там от 300 до 800 долларов, и редкая момо, да, из этих коробок могут выпасть аватары, которые вам в дальнейшем могут пригодиться для игры в момоверс, или же когда откроется рынок, их, наверное, тоже можно будет продать. Ну и так далее. Мобоксы будут разыграны. Сейчас я вам объясню, как их получить будут. И, конечно же, самый главный приз — это легендарная Momo NFT. Да, легендарная. Ну, стоимость такой Momo, ну, я не могу сейчас оценить, потому что на рынке они очень и очень редко встречаются. Ну, вот в прошлый раз был конкурс, разыграли Momo, и ее продали там что-то около в районе там 20 тысяч долларов. Наверное. Ну, вот примерно вот так вот она стоит сейчас. Ну, может быть, 15, скажем, 25 тысяч долларов она сейчас стоит. Ну, или же ее можно использовать в играх, она будет вам очень-очень много приносить прибыли, фармить мобокс и так далее. Вот, собственно говоря, вот такие призы будут разыграны. Давайте дальше расскажу, собственно говоря, что нужно делать дальше. Итак, понятно, да? То есть каждый вот этот вот World Cup Mobile — это и есть ваш лотерейный билет.
Курс обмена 100 футбольных мячей на 1 мобол. То есть поменять, вот видите, у меня уже 200 скопилось, можете вот здесь нажать. И, собственно говоря, вот этой кнопочкой поменять, вот он мне сразу предлагает 200 поменять на 2 мобола. Но я их сейчас не буду менять, потому что за это берут комиссию. Я решил, ну, там по 10, по 15 будет скапливаться, буду дальше менять. Вот, дальше давайте сразу расскажу, что еще можно делать с этими моболами. Их можно использовать для охоты на момо, то есть самой момоверс. Если вы не зарегистрированы, не участвуете, можно зайти, то есть это все есть как бы на основной страничке мобокса. Об этом сейчас не буду рассказывать. Ну, в общем, смотрите, здесь что есть. Жмете кнопочку «Ивент», вот здесь вот, «Ивент второй», смотрите, вот «Момобоксинг». Ивент. Осталось 14 минут, да, вот здесь вот таймер, когда он закончится, на карте появятся в разных местах разные момо, начиная от обычных, заканчивая там редкими и эпическими. Как только она появится, вы к ней подходите вот так вплотную, да, и вот здесь вот у вас появится такое окошечко, там будет бегать стрелочка. Ну, собственно говоря, как это выглядит, я вам сейчас покажу на картинке, вот здесь вот есть описание. В самом низу, да, вот здесь вот можно прочитать, как это все работает. То есть, да, вот так надо будет подойти, у вас вот здесь появится такая картинка, и, ну, собственно говоря, использовать количество моболов, которые у вас есть, там можно по одному использовать, можно по 10, ну, я обычно сразу по 10 ставлю, и вы эту момо бьете, да, то есть, если вы как бы удачно ударите, вам может выпасть либо фрагмент от этой момо, либо в хорошем прям случае сама момо, да, то есть, ну, если вы охотитесь за редкой момо, там, или за эпической, в хорошем раскладе вы можете сразу эту момо получить, да. Дальше, ну, вот эти вот моболы вам вот сюда придут на почту, да, как только вы его заработаете, у вас вот здесь такой вот конвертик загорится, да, там нажмете, и отсюда эти ваши моболы обязательно нужно будет забрать. Если не появится, почистите кэш в браузере и попробуйте заново. Должно будет появиться. Ну вот у меня все появилось без проблем. То есть я два уже сконвертировал. И вот они у вас отобразятся потом в вашем рюкзаке вот здесь. Вот они, видите, два вот этих мобола у меня есть. Вот, поэтому давайте подведем еще раз итог. Футбольные мячи конвертируются в World Cup моболы, которые и являются вашими лотерейными билетами. Соответственно, чем больше вы их наберете, тем выше у вас шанс выиграть призы, в том числе главный приз, легендарную момо. И помимо этого, эти же моболы можно использовать для боксирования этих момошек и получения там или фрагментов, или может быть сразу тоже какую-то момошку получите, ее или продать, или дальше использовать. Ну вот по срокам весь этот конкурс будет проходить с 17 ноября, то есть вот он уже стартовал, и по 19 декабря. Вот здесь вот можно прочитать эти сроки. Дальше, теперь, собственно говоря, как получать эти футбольные мячи. Для этого нам нужно выполнять задания. Первое, это вот, то есть задания двух типов, социальные активности и игровые, да, розыгрыши. Вот, смотрите, в социальных активностях можно выполнять, допустим, ну вот, приглашать друзей, присоединиться в Telegram, в Discord, там, Твиттере, твитнуть, там написать пост. Ну, в принципе, это все просто. Я вот за 5 минут все эти задания выполнил. У вас тут будет здесь такая кнопочка Go. Нажмете, он вас сам отправит, куда надо, что сделать. И все. Единственное, у меня возникла сложность пройти верификацию вот в Дискорде, да, с этим ботом. То есть перейдете в Дискорд. В Дискорд, там в чате мобокса у вас появится вот этот бот. Давайте я вам покажу, где он. Вот так вот, да. Вот он, канал Mobox, да, вот тут вот у вас появится бот, и ему нужно написать сообщением свой кошелек, именно тот, который вот мы с вами только что привязали ко всем платформам. И все, и у вас это задание тоже станет как выполненное, и соберете свои футбольные мячи. Вот, дальше, смотрите, еще можно менять кристаллы, которые вы получаете, вот эти вот кристаллы, которые вы получаете в CoinMarketCap, кто знает, тут ежедневно можно заходить по 10, по 20, там по 50 кристаллов получать и дальше поменять на награду, да, на награду вот здесь вот можно поменять, так, где они, вот только что,
Вот, MomoCup, да? Вот, что пока недоступно, ну, наверное, будет скоро доступно. Вот сюда нажмете, и 300 кристаллов можно поменять на один код, который потом вот сюда вставите, и вам получат за один код один MomoX. Короче говоря, 300 кристаллов, которые у вас есть в CoinMarketCap, можно поменять на один MomoX. Кристаллы в CoinMarketCap можно зарабатывать, как я уже показывал вам. Вот, каждый день заходите, жать кнопочку, вам будут начислять. И плюс еще вот у них тут тоже ряд заданий есть у CoinMarketCap, которые можно выполнять и зарабатывать чуть больше кристаллов. Потом эти кристаллы опять менять на MomoX по курсу 300 кристаллов за один MomoX. Дальше, что еще тут есть? Так, ну, вроде бы здесь все с социальными активностями. И еще можно получать эти футбольные мячи, участвуя в играх, да, Чанзи Арена, кто играет, знает, да, тут на арене биться, Clash of Moland можно получать. Ну, во всех играх, которые сейчас есть у MomoX, Token Master, Block Brawler, Moland Defense, можно получать, собственно говоря, по 100, вот видите, там, да, по 100 вот этих мячей футбольных в день, да, ну, то есть тоже, в принципе, неплохо, если вы будете активно во все игры играть, ну, тут особой активности не надо, но я думаю, что во всех играх вот это выполнить уйдет, ну, минут, наверное, 20, да, и вы получите еще сколько, раз, два, три, четыре, пять, 5 мячей получите в день, можно получать, ну, и, соответственно, помним мы, да, точнее, 500 мячей в день, это 5 вот этих World Cup моболов, и мы помним, что чем больше у вас World Cup моболов, тем больше у вас шанс, собственно говоря, выиграть либо один из призов, либо самый главный легендарную мому. Вот, ребят, вот такой вот конкурс, вроде бы я все сказал, вроде бы ничего не забыл, поэтому участвуйте, регистрируйтесь, участвуйте, побеждайте. Если у кого-то возникают вопросы, добавляйтесь к нам в телеграм-группу, обязательно мы там ответим на ваш любой вопрос. Поэтому всем, как говорится, победы в конкурсе, всем призов. Ну, поэтому всем пока, до встречи на игровых полях.